Да. О, на лице пеги. Поедем в Волге. Впереди у нас что? Правильно, крузак 100. А, нет, наебал 200. Ага. Короче, тема такая, ребята, это отель. Там останавливается какая-нибудь модель. Вот сейчас мы выйдем, куда правильно, блять, на мост. Там будет стоять депост. Ребята, я вам скажу, тема такая, йоу. Короче, блять, бит не слышно, ебаный рот. Я ебал вас всех наоборот. Что за хуйня происходит? Хули зеркало отсюда не уходит, блять? Ебаный рот. Что происходит сейчас? Сука, в этот ебучий час мы едем на Волге, вот. Блять, Женя, заведи ее наоборот. Это Волгарь, Королесах, разварка. Я дома съел заварку от чая. Это было очень вкусно. Шучу, невкусно. Вот, короче, вот стоит точила. Вот там, блять, сука, ебаный рот, блять, быстрее звони. Снимаешь, ёл, нига. Итак, вот, короче, мы едем в Точили. За рулем сидит кто? Правильно, маньячина. Вот впереди мадам у нас сидит. И потихонечку... Вот, это авторынок, чуваки. Там обитают только хачи. Я вам скажу, вот, пацаны, волрайд крутой. Я, конечно, сука, на голову больной. Бит нихуя не слышно у нас. Но я вам скажу... Курите ганджубас. Вот такая тема, ребята, у нас. Лаура!
Раз, два, три. Вот начинает наш контест. Открытие, блядь. Открывай. Давай. Трёх флэт. Влад доказывает трёх флэт. Подожди, я писать не успеваю. Да. Сколько гадает трасса через На какан.